Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон. И добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грег Теха. Не выходило очень долго серии, но зато вышло два стрима. Ну и тут нужно, знаете, порой, не знаю, не чередовать, а думать. Либо выпускать постоянно серии по 2-3 штуки в неделю, либо проводить стрим один в неделю. Вот, тут, знаете, уже как будет получаться. Но плодотворно они у нас прошли. Как вы видите, здесь у нас стало куда больше машинок, мультиблоков. Это все у нас автоматизировано. Ну, кроме некоторых печек, конечно же, но постарался я сделать все, что только мне нужно было. Вот, это все, насколько меня хватило. Я сегодня хочу... Ну да, и на прошлом стриме... Да, на прошлом стриме мы тут это начали делать, крафтить, приносить индастриал материал пресс. Ну, то есть, бендинг машин и форминг пресс, все вместе, один и тот же мультиблок в эту сторону. И хотел бы на этой серии уже допереносить, достроить. Ну и показать вообще, как я тут прокопал подвал, что у меня у нас тут получилось. Когда я сюда приходил, тут у нас был тупик, а теперь у нас тут комнатка хорошая, большая. Ах, просто ах. Ладно, погнали на первую базу. Я там пока еще дырки не заколачивал. Времени на это не было, да и все остальное тоже нужно перенести, а потом уже все единым массивом залатать все дырки, и там будет проще. Потому что мне все равно придется ME миллион раз все передоставать, переставлять. Все в этом духе... Ах, ну, в общем, еще много чего нужно будет сделать. Вот, видите? Ну, и дырку сразу был. И вот это все нужно будет нам переносить. Ну, не вот это, точнее, это все мы перенесли, нам еще нужно будет что-то перенести, что-то скомпоновать, но успеется, в общем, успеется. Так, теперь бы вспомнить. Форминг пресс мод, бендинг мод, да, вот, все, я понял. Разобрался. Теперь это все можно сносить. И как мне помнится... Ой. Ой. Главное сейчас все это не потерять. Сюда к нам приходит... Сколько? 131-ка. Тут у нас 524. Угу. Вот оно что. На новой же базе там будут приходить некоторые машинки 2 миллиона, некоторые 512. Ну, 524, а не в некоторые 100... Сколько? Тут я опять забыл. Я уже все начал забывать. 131-ка, во. Если раньше много играл... И все, знал бы наизусть, то сейчас, но множество факторов уже бывает, забываю. Так, разобрали, все собрали, ничего не упускаем. Думаю, все это пригодится. Ну, это тоже можем уже разобрать. Кстати, да, провода здесь тоже нафиг не нужны. Можем аккуратненько сейчас это все дело отсюда убрать, а то, видите, тут у меня что-то творится. Полное безобразие. Так. А, все, у меня место закончилось. Шикарно. О, я в клавишах начинаю путаться. Да что ж такое-то. Батарейки пока скинем. Ну, слишком много места занимают они. Так. И вот это нужно будет отсюда убрать. Опять же, сейчас наведу беспорядок, который буду... Не скоро убирать, если честно. Но зато меньше тут всякого хлама остается. И в будущем, если я что-то буду строить, а я буду что-то строить, то я постараюсь это все дело прокладывать более-менее стабильно, нежели чем то, что вы сейчас видите. Сейчас ты, правда, ахтун какой-то. Ну, видите, я уже в подвал подвала спустился. Вот. И вот этот провод мне там всегда мешал. Вот он. Сейчас вот увидите, здесь прям минус энергия. Минус проводочек. О, кайф. Все, убрали. Вот этот провод тоже сейчас скоро уберется. Как только я вот эту возьму провод, все, что к нему там запитано, переключу на какие-нибудь другие ветки. Этот провод нафиг отсюда уйдет. С этим бы еще разобраться. Но, в общем, надо будет скомпоновать, сделать более-менее красивенько. Я же сейчас, в свою очередь, хочу отправиться
На вторую базу. Точнее, на третью базу. Я постоянно думаю, что на вторую. Почему, не знаю, но я понимаю, что на третью, по идее, так-то. Нам нужно дособирать мультиблоки, потом заняться интерфейсами, переименовать их, вставить их в какие-то места. И расфасовать, что куда пойдет у нас. Это довольно-таки будет проблематично, но мы это сделаем. Так, раз, два. О, я забыл еще один разобрать. Вот этот. С краю вставлен, его даже не заметил сразу. Но это нужно тоже отсюда убрать. Надеюсь, сейчас ничего там крафтиться не будет. А то я понимаю, что ничего не сейчас не создастся. Это плохо. Так, я, наверное, сразу же избавлюсь от всяких блоков. От всяких там ненужных мафлеров. Что еще тут лишнее есть? Energy Hatch, у меня там уже стоят это все. То есть все можем скинуть. Ладно, поехали дальше. О, сейчас тут микросхема кто-то пролетит. Ты куда, блин, видели, да? Как нужно играть в футбол? Хлобысь, 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 у тебя уже подача хорошая улетела. А ты что, вниз улетел? Куда ты делся? Ох, и вот эти все заросли. Вот эти все заросли, джунгли. МЕ. Мне нужно как-то будет перенести. Все отфильтровать. Все сделать красивенько. Ничего не потерять. В общем, что-то нужно будет думать. Так, и вот это тоже нужно отсюда снять. Ой, не то закидываю, думал почему-то, что это МЕ. Ну, да ладно. Главное, снял. Можем возвращаться и достраивать уже те структуры. Что нас ожидает? Блин, взял интерфейс и закинул в МЕшечку. Спешу чуть-чуть, спешу. Это же не стрим. На стримчике там что, время позволяет сделать то, это 5-10, а тут же серия. На серии ничего лишнего не хочется вставлять, потому что это чуть-чуть нудно. Даже вот моя болтовня вот эта нудная бывает. Понимаю все прекрасно. И мне кажется, чем меньше серия длится, чем больше нужного рассказывается, тем куда лучше. Так, maintenance hatch. Вниз. Давай. Вот. Больше не нужен. Ну и он как собирается-то. Просто нам нужно будет дособирать. Все остальное я вроде тут уже расставил. А хотя нет, не все. Muffler hatch. Я забыл совсем про вас. Не тут, не там. Я, наверное, с них-то и начну. Так. Главное не пропустить то место, где он должен стоять. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь я сделал их без общей стенки. Ну, потому что если я буду делать с общей стенкой, да, будет, конечно же, логично, практично, экономично. Но. Тут просто квадрат такой прям ровно получился. И я посчитал, что вот этого будет идеально более чем достаточно, нежели. Хотя, ну, блин, ну некрасиво бы смотрелось бы. Я, в общем, решил сделать именно так. Ладно уж, ничего страшного. Транжирить чуть место, но зато больше input басов влезет. Это однозначно. Так. Почти, кстати, хватило. Но понимаю, что и этого недостаточно было. А чё ты даже не собрался? А, нет, собрались. Шикарно. Так, пресс. Мне нужно еще штучек 20. Блин, досада какая. Сделаю, знаете что? Поставлю на создание. Сейчас схожу, возьму этот титан. Тут надо будет вылечить проблемки. И здесь создать его. Ну и что, по-другому это никак сейчас не получится. Я же все сейчас разобрал. Других мест у меня нету. Самое, наверное, трудное будет и противное, это переносить все рецепты с интерфейсов. Это займет немало времени.
Такие вот дела. Вот, тут уже. Так, ты так не откроешься. Рецепты. Так, срочно. Спасаем хоть какую-то часть. Так, вроде бы подобрал. Теперь он откроется. Это мы отсюда все заберем. Если не... Да, это бендинг. Там он должен быть, по идее, по стандарту работать. Хотя сейчас посмотрим. Надо сразу все проверить. О, гемор с этим, конечно, да. Я еще, конечно, обдумывал, проводить мне еще стримчики по GTNH или нет. Но пока не разобрался. Но думаю, вы мне подскажете, скажете. Проводить или просто серии сидеть, пилить. Не знаю сам. Блин, а так-то я тоже фиг загляну-то. Я вот законопатил все настолько эффективно, что сейчас сам буду страдать от этой эффективности. Здесь бы нам какой-нибудь input bus такой неподходящий к этому. Ну ладно, можем, конечно, и по-другому поступить. Просто взять что? Просто взять сундук какой-нибудь. Сундук. Взять трубу одну. И просто отсюда туда все закинуть. А, да блин, идеально я поставил. А так, вот так хоть откроется. Так, это все туда уходит. Надо пойти проверить и еще починить тебе. Так, так. Пока что такие maintenance хочу ставить. Я еще другие не сделал, мне пока не до них, если честно. А, проверить. Ага, нет машин. При всем этом нужно еще конфигурацию свою вроде бы воткнуть. Причем однерочку. Хоп. Хоп. Опа-на. Он это сделал. Все должно находиться вот. Отлично. Делать быстро. Посмотрим потом, будем сравнивать это все дело в будущем, когда нам нужно будет что-то скрафтить прям в огромных масштабах. Мы что-нибудь такое поставим с вами. Будет оно создаваться. Так. И будем следить за этим. Насколько быстро? Что? В чем косяк? Всего ли хватает пропускной способности со всех сторон и так далее, нужно будет все учесть, а это обязательно. Блин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 штучек еще. Так, раз, пожалуйста, 13 штук. Ну, пока он там создает, хотел еще рассказать, что смотрите, у меня тут получается что? Вот этот пресс на 2 миллиона. С другой стороны тоже на 2 миллиона. Вот эти два на 512. Противоположной стороне то же самое. Вот эти по 131к. Ну, сделать такое небольшое разнообразие, почему бы и нет. И у меня получается так, что форминг пресс один будет на 2 миллиона. У меня бенник машина на 2 миллиона. Форминг пресс на 524. Один. И бенник машины такой же будет. Я не знаю, стоит ли оставлять что-то еще там под форминг пресс. Мне кажется, двух будет более чем достаточно. Да, будет, мне кажется, двух достаточно. Все остальное под бендинг машины прям буду использовать. Прям будет идеальненько. Как-то так. Ладно. Пошел еще сделаю пару пластин. Да, крафчу. И к вам вернусь. Ну что ж, я вернулся к вам, дорогие друзья. Создал, докрафтил, поставил, все как нужно, все как надо. Наша следующая задача это уже связаться с интерфейсами. Узнать, сколько нам интерфейсов потребуется. Если что, тут я расставил как input bus, то есть он забирает из сундука все на максимальной скорости. Output bus, он тоже на конвейером отдает все на максимальной скорости.
То есть пропускная способность должна спасать прям ого-го как сильно. При этом всем еще нужно будет МЕшечку подвести. Я, наверное, в первую очередь, знаете, что сделаю. Раз я еще не привел сюда и не сделал автомейнтенс хэтчи, то хотя бы вот эти все мейнтенс хэтчи подчиню. Потом мне потребуется интерфейс и подсчитать, сколько мне их потребуется. Потребуется хотя бы для этой, для форминг пресса. Я понимаю, просто что для бенник машины мне потребуется их до черта. Так. Вот эту кракозябру нужно спилить. Мешается. Хоп. Ну что, поехали, значит, на первую базу. Будем все подсчитывать. Хотя вот меня напрягает то, что у меня тут уже что-то есть. Хотя, мы можем же просто сейчас пока все перекидывать. Поставим сундук, закинем сюда. Вот это все дело. Форминг пресс. Закинем сюда. Высекатели все. Ну тоже, инвентарь освобождаем, ну и вообще место подготавливаем. У меня как бы в одном форминг прессе будут высекатели, в одном инпут басе, а в другом инпут басе там будут уже другие рецепты идти. Ну сейчас чисто так я их просто разделю, так будет более правильно. Хотя может быть как-то еще что-то еще с ними сделаю, посмотрим. Так. Хоп, хоп. И вот он мой форминг пресс. Тут у меня создается не так уж и много рецептиков. В этом input басе всего лишь 4. Но вот здесь у меня 2 интерфейса. Хо-хо-хо-хо-хо. То есть для высекателя вот мы можем использовать вот эти чисто только рецептики. Все остальное в другие input басы закидывать. Почему бы и нет? А, ну тут еще вот что есть. Ну, это тоже можно как-нибудь потихонечку разделить. И сделать все как нужно. Хоп. То есть 3 интерфейса нам будет более чем достаточно. Самое трудное будет, конечно же, разобраться нам вот с этими всеми интерфейсами. Потому что в Бенник машине там не только плейты, там еще и фольга делается. Там все делается. Это, конечно, кромешный ад. Я, наверное, сейчас вот это тоже вот поспиливаю. Все равно они тут нам не нужны. А там они нам пригодятся. Ну, я про интерфейс, ну и провода. Это тоже пригодится. Так. Мест не хватает. Ладно, погнал. И думаю, вот как их переименовать. А, ну просто напишем, наверное, форминг пресс. И все, почему бы и нет. Как, ну что их разделять как-то по-другому-то? Не вижу смысла. Итого, нам потребуется 15 уровней на 3. Интерфейса. Так. Форминг. Не, давайте просто. Или просто пресс. Давайте просто пресс напишем. Так будет проще. Меньше места будет занимать и ориентироваться. После этого я что собираюсь делать с бенник машинами. Я не знаю, наверное, штучек 20 интерфейсов сразу моментально переименую. Некоторые подпишу его первая конфигурация, где-то вторая, третья, пятая, двадцатая. Вот это нужно будет все сделать. Обязательно. Так, и тут нам па-па-па-па-пам. То есть, раз. Два. По идее, три. Три. Я просто по центру ориентируюсь. Раз. Ну да, вот три интерфейса. Еще вот этот нужно будет переименовать. Тоже вот. Туда же, так сказать, напишем пресс, воткнем. Как бы он будет тоже иметь в себе какие-то рецепты. В то же время он будет забирать ресурсы и отправлять все к нам в МЕшечку. Так. Ну, готовые рецепты. Пресс. Фух, как-то так. И так я постоянно мучаюсь. Хотя сейчас было бы более логично взять это все дело сюда, перенести и здесь уже крафтить. Ну, вот эти, переименовывать и так далее. Ну да ладно. Так, насчет рецептов. Сюда воткнем чисто 4. Сюда же можем воткнуть... Ну, даже вот эти штучки.
Сюда мы можем воткнуть вот эти штучки. Как много места они занимают. Ладно. Вот сюда, например, воткнем плашки. Вот, идеально. Если что, можем в любой момент сюда еще поставить интерфейс. Сюда, сюда. Короче, дофига еще места. И это только раз, два, три, четыре. Четыре канала. Еще место есть, вагон причем. Значит, это значит наши прессы. Угу. Надо не обязательно еще с ними тут повозиться. Сразу настраиваем их на форминг пресс. Все остальное будет на бендинге. Нам нужно будет расставить все интерфейсы, микросхемки. Но я предлагаю, что сделать в первую очередь. А в первую очередь взять и перенести сюда, в эту сторону, все до единого рецепта. А потом уже заниматься какой-то фильтрацией. Что куда пойдет, что в каком будет создаваться. Мне кажется, так будет более логично и практично, нежели чем то, что мы сейчас имеем с вами. Вот, так что я пошел перетаскивать все рецепты сюда по сундукам, а потом с вами дальше продолжим. Ну что ж, дорогие друзья, я вернулся, отфильтровал все, как только смог. Пришел даже алмазный сундук воткнуть, потому что слишком много рецептов. Очень много. И я прям не знаю сейчас, что делать. Ну я что предлагаю? Вначале все, что у нас есть, с этим всем интерфейсы поделить. Так, думаю, будет куда проще. Например, фольги почему-то у меня не так много. Почему-то думал, что ее у меня куда больше. Но все равно. Раз, два, три. Три интерфейса. Останется два слота. Четыре хотя бы сделать на фольгу. Пока что. Потом, может быть, пятый добавим. Здесь у нас пятая конфигурация, четвертая конфигурация. Как видите, не так уж много, поэтому по одному интерфейсу воткнуть почему бы и нет. Здесь у нас всякие пружинки тут. Ну, короче, все по мелочи. Я бы вот к большим пружинкам сделал бы два интерфейса. К маленьким пружинкам один интерфейс. И к всякой шушеры еще один. Блин. Еще один интерфейс. Думаю, так будет более логично. Девятый интерфейс. Здесь двух интерфейсов будет... Ой, девятая серкуитка. Здесь двух интерфейсов будет более чем достаточно. Это у нас двоечка. Это к этому относится. Раз, два, три, четыре. Минимум интерфейса. Вот я даже пятого отмогу, потому что, ну, частенько тоже использую. Здесь третья конфигурация. Раз, два, три. Опять же, четыре. Хочу интерфейса к ним. Здесь пусто. Здесь у нас 12. Одного интерфейса здесь за глаза. И опять же, интерфейсы закончились. Интерфейсы. Вот. Теперь здесь подсчет у нас. Тут у нас... Че? Пусто. Здесь подсчет небольшой. Я думаю, наверное, вот так вот лучше сделать. Получается, раз, два, три. Ага. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой, девятый, десять. То есть тут минимум 10. И это все будет забито, и даже один интерфейс не влезет. Еще добавим один, чтобы этот точно влез, и еще место осталось. Но знаю, что плейт очень часто используется, поэтому... Вот этого количества для начала будет достаточно. Для начала. Потом посмотрим, может быть, со временем буду еще что-то добавлять. Но это не точно. Так. От лишнего избавимся. Перенес сюда наковальню с опытом, ну, чтобы уже лишний раз не бегать. Решил именно так поступить. Ну, давайте вначале, наверное, все-таки все назовем. Да, наверное, сразу все будем называть. Сколько у меня там? 4 интерфейса. Угу. Напишем бенд. То есть бендинг. Foil. Здесь чисто только фольга у нас. Хорошо. Ну, так будет проще просто нам. Хоть там и используется та же самая конфигурация, что и для пластин. Но мне так просто будет попроще. Два интерфейса. Пятая и четвертая серкуитка. Так вот. Бенд. Пять. Пять сирк. Ну, как всегда буду так называть.
Band 4, Cirk. Все-таки, как вы и просили меня, теперь я вот их все переименовываю. Потому что так проще, даже просто будет играться нам. Наглядно все смотреть, что к чему, что и как. Ну и правда, удобненько, не спорим. Так. Dance. Девятая конфигурация. Так. Оп. А, 10 опыта забыл взять. Оп. Band. 9. Циркуитка. Не знаю, часто, не часто этим пользуюсь и буду пользоваться ли. Но думаю, ладно. Здесь у нас дабл. То есть двоечка. Возьмем 25 уровней. Band. 5. Циркуитка. Ой. Там двойка, не пятая. Ладно. Профукал только что 25 опыта. Не страшно. Band. Давай, циркуитка. Вот, моя же сейчас задача, после того, как я их все переименую, найти здесь местечко, где что будет стоять у нас. Если только сюда у нас уйдет 14 интерфейсов, ну, это просто жесть, я не знаю, куда это все тут втыкать. Куда это все у нас пойдет. Ужас какой-то. Так, 14. Это, то есть, получается 70 уровней. Да вы издеваетесь. Мне проще будет разделить хотя бы по 30-шке. Так, просто куда меньше опыта мы потратим. Это однозначно. Так. Band. Plate. Еще разочек. Band. Plate. И еще чирик. Так, неплохо. Осталось, конечно, чуть-чуть. Мне лень сейчас все переименовывать, но думаю, сейчас надо по-быстрому все сделать. Ладно, я быстро. Ну и вроде бы как все готово. Давайте даже подсчитаем, сколько сюда может, по идее, чего-то влезть. Такие интерфейсы можем, конечно, тоже использовать вместо каких-нибудь таких вот интерфейсиков. Почему бы и нет? Но. 3, 5. То есть 5 штук с одной стороны, 5 штук с другой. Но если не учитывая, что можно тут сбоку еще поставить и закрыть это все аккуратненько. Но все же. Хотя, у нас там 14. И при таком раскладе нам бы что сделать? Я бы часть, например, бы поставил бы сюда. Ну, что-нибудь такое. Раз, два, три. То есть здесь чисто первая конфигурация на плейты. Оставшиеся, например, уже бы использовал бы, например, вот здесь. С другой стороны еще 3, 4, 5. Одна лишняя останется. Но надо с запасом, конечно же, все это делать. Но опять же, можем так поступить, конечно. То есть что-то будет на 2 миллиона создаваться, что-то на 131к. Можем, конечно, что-то оставить и на 524. Раз, два, три. Тут, например. Ну, оставшиеся вот с этой стороны, сзади. Как-то так. Что у нас тут еще есть? Я бы взял, например, всякое. Вот.
такое всякое. Блин, надо больше интерфейс. Ладно, еще раз переименую его. Мне не трудно. Всякое. И поставил бы его сюда бы. То есть, раз, два, готово. Разумеется, нужно не забыть и поставить туда еще серкуитки какие-нибудь. Ну, воткну. Воткну. Просто сейчас пока лень этим заниматься. Много интерфейсов у нас здесь. Вторая серкуитка. Ну, я думаю, вот этого будет более чем достаточно. Вот вам вторая конфигурация. Угу. Так, под фольгу. Тоже довольно-таки много нужно места. Раз, два, три. Четыре. Ну, как бы тут одно место еще есть свободное. Даже не знаю. Ну, ладно. Если что, то типа еще может один интерфейс с фольгой влезть. Если нам потребуется. Есть пятая конфигурация. Четвертая. Пятая и четвертая. Там тоже ничего такого значительного нету. Я бы поставил одну сюда бы. А вторую рядом. Почему бы и нет. Ну, это стало четвертую, например. Так. Возможно, я пишу неправильно. Не через Е пишется, а через буковку А. Ну да ладно. Это у нас получается 4 серкуитка. Так, это мы расставили. Уже хорошо. Девятая конфигурация. 2. Вот тут как раз достаточно места даже еще для одного. Шикарно. Что у нас еще осталось? Осталась 12-я серкуитка. 4-я. Тихо-тихо-тихо. Все. А, еще вот. Спринги. Да, не кисло еще осталось. Не кисло. Так, вот у нас тут свободный интерфейс. Тут. 4-я конфигурация. Спринги. Я бы, наверное, под спринги оставил бы вот тебя бы. Спринги это дело порой незаменимо. И, возможно, там тир повыше будет, когда-нибудь будет требоваться. Вот сюда бы я бы воткнул бы интерфейс какой-нибудь полезненький. Например... 12-я конфигурация. Так. Бенд 12. Серкуитка. Уже хорошо. Осталось нам совсем чуть-чуть. Маленькие шестеренки и 4-я конфигурация. Но места, как вы видите, уже нету. Что с этим делать будем? Я уже все позанимал. Мы можем, конечно, уже поступить как. Пятая конфигурация пойдет вместе. Нет, там не подойдет. Не подойдет. Хотел соединить чуть-чуть. Хотя, спринги и маленькие спринги. Вот, идеально. И еще 4 интерфейса. Хотя где-то мы можем сэкономить. Сэкономить в плане, например, вот. У нас здесь будет создаваться что-то со второй серкуиткой. Мы можем как поступить. Так, ломаем. Так, так. Это сюда. И вот 4. Раз, два, три. Ровно 4. Закидываем 4-ю серкуитку сюда. Идеально. Думаю, что идеально. Все влезло. Сундуков, так сказать, снизу нету. Таких никаких труб нету. Все, грубо говоря, напрямую. Очень удобненько. Теперь это все нужно будет закинуть сюда. Ну и, разумеется, еще нам нужно будет это все дело как-нибудь красивенько оформить. То есть подвести МЕшечку ко всему этому. Чтобы хватило каналов. Давайте тогда подсчитаем. Да, блин, поставься. 3. 6.
7, 8. По идее, вот все, это максимум. Отстой какой. Да. Ладно, 8 уже есть. Предлагаю это все дело как-нибудь обозначать, что типа здесь уже все подключено. Ну, то есть все, максимум. Хорошо, дальше. Это обычное? Да, 8. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. 6 каналов. 7. Ну вот, 8 каналов тоже есть. Блин, а не хватает места чуть-чуть. Ну да ладно. Здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще место осталось для одного. Можем тут поступить, конечно, чуть-чуть по-хитрому. Вот тут, например, что-нибудь отцепить. Сверху, нет, снизу. Вот так вот. Тут будет 8, тут 7, тут 8. Почему именно так я это делаю? Потому что здесь у меня просто есть еще место для одного интерфейса. Если будет тут одно свободное, то проще поставить здесь интерфейс и все. Здесь же он не пригодится вообще никак. С другой стороны, смотрим тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все точно так же, как и с другой стороны. Блин, это надо как-нибудь красиво, чтобы идентично было с другой стороны. Хорошо, здесь. Раз. Два, три, четыре, пять. И все. 5, 6. Что получается, 7, 8? Это и на этом все? Серьезно? Ну ладно. Что поделать-то? Так, а ты лишний там был. Фух. И по того получается у нас сколько сторон? 1, 2, 3, 4, 5. В итоге нам 32 канал здесь прям вообще никак не хватит. Ни при каком желании. Поэтому что делаем? Конечно же, мне нужно еще будет принести сюда еще один кабель. Ну, желательно, чтобы было 32 канала свободно. Это как-нибудь красивенько оформить, чтобы 4 приходило в одно. Ну, или, например, 3 в одно, 3 в другое, чтобы место было и там. Если что, отсюда будем еще где-нибудь что-то использовать. Посмотрим. Но нужно... Во-первых, привести еще МЕшечку, расставить все рецептики и красивенько это все оформить. Что из этого получится, покажу через секундочку. Ну что ж, дорогие друзья, я наконец-то все сделал, все починил, все подключил, все включил. И сейчас, по идее, это должно все работать. Рецепты все закиданы, все это подключено. МЕ-каналы пришли. Грубо говоря, здесь у меня 23 канала. Здесь у меня 16 каналов. В итоге это ужас. Много слишком всего тут ушло у нас на это все создание. Вот тут, конечно, что-то забыл подрихтовать. Я вроде там ничего такого не нужно им. Серкетных... Короче, микросхем вроде там никаких не нужно. Ну ладно. Так, можно, конечно, проверить. Как? На чем-нибудь. Например, заказать... Хочу. Купера. 5000. Он как бы сейчас там жарится. В одной из тех печек. Вон, в той, вон. Сразу сюда все приходит. Обрабатывает прям моментально. Этот сработает, тот сработает. Идеально. Мне кажется, все равно медленно все закидывает там все это дело. Если быстрее бы приходило, было бы куда лучше. Хотя, возможно, обжарка хромает. Хм.
Она без остановки по идее вообще работает. Ну, как бы по идее тогда и получается, что она хромает. Так, как тут по-быстрому заглянуть? Хотя нет, интерфейс хромает. Она работает на своей максимальной мощности, но просто интерфейс сколько сможет выдавать, столько и выдает. Вот и все. Я же сейчас еще вот сделаю облицовочку, так же как и любой другой печечки, чтобы тоже была белая. Ну и все. А на этом буду с вами прощаться, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилась серия. В следующей серии посмотрим, чем еще будем позаниматься. Надо еще много... некоторые машинки нужно будет еще попереносить. Еще нужно еще много чего скрафтить. Ну а если вам понравилось, ставьте обязательно большой пальчик вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не сделал. Ну а с вами был Милтон, и до скорой встречи, всем пока.